Маткульт, привет, друзья! И снова с нами Миша, и снова с нами Го! Ура! Сейчас мы завершим наш выпуск про Го авторской задачей от Миши. Авторской задачей. Вообще, Го — игра совершенно удивительная, в которую компьютер обыграл человека только совсем недавно. Как я понимаю, да? Да, 4-5 лет назад. 4-5 лет назад. Потому что шахматы пали в 1997 году в лице Гарри Кимовича Каспарова. Точно. Который проиграл, даже помню до сих пор, Deep Blue, да. Она называлась. Был вот, еще до нее Deep Fritz, я тоже внимательно читал эту историю, когда в детстве играл в шахматы. Да. Вот, сейчас будет авторская задача, но тут нужна какая-то подготовка, потому что... Хотя бы моральная. Да, потому что если вот, ну, кто из вас играл в Go, те, конечно, сразу оценят ее красоту, а вот мне, чтобы оценить, нужна небольшая вводная. Да, поехали. Значит, сначала мы решим простую задачу. Нам нужно будет захватить один камень. Так. Давай поставим этот камень сюда. Так. И я буду его захватывать. А ты убегай. А я хочу слинять, иначе меня сейчас зарежут. Да. Ой, а почему ты не... А, сюда ты не стал. А сюда ты не стал. Да, потому что... Если сюда, то у меня как бы больше получается вроде как... Ты уже убежишь. С двух сторон, а я в одну, я быстрее. Поэтому нужно... Верно. Так, нужно думать, как мы догоняем. Вот так, да. То есть ты мне все время оставляешь один ход только, да? Да. В дальнейшем, причем в перспективе этот... Да, перспективы все время не очень. Все время, и как-то... А и это когда-нибудь закончится? Когда-нибудь мы в углу, да, закончим? Да, в углу. Сейчас уже скоро. Мышка, да, да. Да. Опа. Все Опа. Понятно. Опа. И, ну и все. Ну все, следующий съедаем. Ход. Следующий ход так, и съедаем. Все, съел. Хрум-хрум. Съел, да. Вот, это был наш ужин. Так, понятно. Значит, это вот то, что нам нужно будет, да, для да, работы это... с дебютом. О, с этим самым. С этой задачей. Это основная сюжетная линия. Есть нюанс. Значит, вот вам, да, Василий вот Иванович, вам, есть нюанс. Вот вам тот же рисунок, да. Да? Давай, камень сюда. Так. И один камень вот сюда. Так. Окей? Что теперь? Я смогу тебя догнать или нет, как думаешь? Ну, скажем так, ты сейчас в любую сторону? Нет, ты только в одну можешь. Да, туда я не могу. А, здесь... Я все еще планирую еще туда. Может, ты не сможешь. Не знаю, может, ты не сможешь. Да, я попробую. Ну, то есть, как бы у тебя же тоже однозначные, да, ходы, если да, ты гонишься? Да, у меня нет другого, вот нет другого лома, нет другого приема. А я ушел, потому что тут много свободы. Как-то... Вроде бы, да? Здесь ваша ладья не стояла. Да, все здесь. Безобразие. Стоял. Ага. Ага. Так. Идем на место. Так. Еще нюансик. Давай поставим камень сюда. Один сюда. И один. И вот. Вот так, да? Да, но тут уже как бы... Ну что, сможешь убежать? Ну, смотри, вот принимаются ставки. Ну, пишите в комментариях. Да, пишите, но я бы сказал так. Пишите, но вы сейчас все увидите, и так? Значит, ну, да. Я бы сказал так, что здесь и у тебя, и у меня, так-то ага. У меня было одного, у меня было преимущество. Но если есть и у тебя, и у меня, возможно, ты ловко используешь то, что у тебя тоже есть. Да, возможно, они правильно стоят, и все сможет встать на свои места. Так, значит, сначала мой ход. Не беги вперед паровоза. Я все равно побегу сюда, но не сразу. Так, вроде бы тут у меня большая свобода так. Сейчас появляется. Ой, а ты что-то другое сейчас сделал? Нет, да? Все правильно. А, нет, все правильно. Все хорошо. Так. И теперь я поворачиваю сюда. Видите, она начинает ехать в другую сторону. Да. И поехали. Да. И все равно мы приедем. Да, опричная гусеница. Ну, собственно, дальше приключений по пути не будет. Как у Сорокина, да, все. Ура. Поймал. Ну что ж. Да. Да, поймал. Ну что, мы что, готовы к супер-ловушке, да? Кажется, да, мы выставим саму задачу. Ну что, давай. Поехали. Я белые, да, выставляю, если давай. Правильно, сейчас. Проще сориентироваться с этого угла. Ну, неважно. Ага. Так, тут же точечки, да, стоят, в общем-то. Да. Угу. Так. Под запись учимся расставлять позиции да. Быстро. Но это непростое искусство, нормально. Вот здесь, по-моему, стоит.
Ты проверяй меня, потому что я... Сверим потом, да. Сверим часы. У нас тут казус был с Димкой, да? Немножко не доставили в одном месте с Новым годом. Да. Поздравления в Рензю. Ну, я сфотографировал, чтобы все было хорошо, да. Так. Должно все получиться. Должно сойтись. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Само решение будешь помнить. Так. Ну чё, давайте посмотрим на позицию. Тут не сказано, что делать, а доска большая. Вот у нас есть группа. Да. Да? Да. Мы помним из предыдущего ролика, что если бы была группа такая, да, все было бы классно. Но это все белое было бы. Да. Но так группа не живая, ее надо спасать. Понимаете меня? А спасать белых? Да. А, то ты есть... сейчас ее закроешь. А кто здесь выиграет? Здесь ход белых. Сейчас будем мочить за белых. А, мы будем мочить черных за белых. И точно. Это ход белых, да? То есть здесь да, первый черных... ход белые. Угу. А, можно пропускать ход, поэтому неважно, больше черных или белых. Да, просто что-то нарисовано. Свобода, да, действий, угу. Этюдов. Да, конечно. При том, что может ход не так часто пропускать в реальной игре, а в этюдах, соответственно. Угу. Ага. Значит, не, но есть интересные задачи шахматные, где вот что-то поставлено, могло ли такое получиться вообще изначальной позиции. О. Ну ладно. Да. Угу. Так. Ну, а что будем если делать? Если я сделаю давай, так, что произойдет? Ты ее окружишь сразу. Да, сразу. Ты оба, съешь. И все. Ты ее съел. Так, тогда. Даже больше того, если ты сделаешь ход в другом месте, я такой оба, и все. Как бы часики тикают. Одна свобода осталась следующим ходом. До свидания. Вот так. Что же делать? Ну, спешить на помощь. Съедать другие черные группы. Верно. Давай. Какая из них самая слабая? Какую будем первой съедать? Да, ну, явно где-то там, потому что здесь ничего не происходит еще. Здесь какие-то, да, одиночные камни болтаются для... Сейчас. Ну, вот смотри, они например, потом войдут в общую картину. Я вот сюда хожу. Вот, так что я хочу сказать. Что здесь мат в два хода, а верно. Я могу сделать угрозу мата в один ход. Да. Если ну, не мат, а съедение. Да, съедение. Но это как мат. Сразу же уже спасет мою группу, вот эту белую, да? Да. Хорошо. Мне надо защищать эти камни. Да. И я могу сюда пойти соединиться. Ну да. У меня будет два дыхания теперь. Ну я опять, да? Давай. Ну, наверное, так. Хорошо. Отлично. Ну, не знаю. Ну, отлично. Так, да? В самый раз. В самый я раз, могу да. пробить этот камень, да? Да, тут ты есть, тут съел. Есть такое, вот, такая штучка. Да, я съел камень. Сейчас, и сейчас вот это не считается, да. Не, у тебя здесь два дыхания, пока все в порядке. Так, пробил. Ну, то есть, понимаешь, сюда ты, в конце концов, я с этим соединю и съем, да, все? Или нет? Если я просто ухожу, если я просто ухожу да. сюда... А, ну все, ты, я ты сразу доедаешь. А, я выиграл. Да. В смысле, не выиграл, да. но сделал хорошо. Так да. что я, значит, я пробью. Да. Теперь, если я это делаю, что у меня происходит? У меня происходит... А, ты сюда поставить уже не можешь, да? Да. Свой. Почему? Потому что ты ему ограничил. Это последняя свобода. А, то есть я... И, собственно, поставил... она одна. Ты поставил да. мат в один ход. Вот то, что требуется. Все, да? Да. Но это начало нашего приключения. Начал нашу приключение. Значит, да? было вот так. Правильно? Да. Было вот так. И я теперь пробью этот камень. Что делать будем? Ну, я подскажу. Если, значит, окружать вот снаружи, да. тогда у меня сейчас два дыхания, ни одно из которых ты не занял. Ты съедаешь, да. Я съедаю. Все. Да. Поэтому надо продолжать упрямиться. Значит, вот есть две свободы у группы. Да. Сюда нельзя ходить, потому что повторение позиции. Да. Значит, надо ходить сюда. Значит, надо ходить сюда, так. Без вариантов. Так, мне надо съесть этот камень. У меня других вариантов нет. Других тоже нет, да. И теперь можно пробить. А почему? Потому что... Позиция поменялась. Так, и что сейчас происходит? Сейчас у меня одно дыхание, да. Я пробил, я снял камень. Да. Значит, у тебя одно дыхание. У меня одно дыхание. Я пробить обратно сейчас же не могу. Я здесь соединюсь. Да. Пока так. Но я опять могу создать угрозу.
Да? Вот нет, только... Да? Нет, все правильно, но только не сюда. Не сюда, если да? сюда, то я соединился со своими. А, привет, да, я должен отрезать тебя от своих, да, от своих друзей. Да, надо поворачивать. Да. Теперь смотрите, некоторое время после, значит, некоторое время будет следующее. Если я пробью обратно, да, что я могу сделать? Ты можешь. Ты как бы меня закроешь с той стороны, и все. Больше бежать некуда, одна свобода. Опять, да. Закончились. Так что, значит, вариант с пробитием мы дальше рассматривать не будем. Так. Будем некоторое время бежать. Так. Окей. Окей. Бежим. Бежим. Окружай. Давай, в какую сторону? Забыл. Тут все время придется думать, в какую сторону, в отличие от лесенки, где мы просто в одну сторону шли. Ну вот здесь я боюсь этого, поэтому я хочу от него отрезать, да? Да. Правильно вот, я говорю? Нет. Неправильно. Тут у тебя этот камень будет слабый, поэтому может ничего не получиться. Неправильно, да? Тогда сюда. Хорошо. Теперь от него надо отрезать. Теперь я боюсь уже этого. Да, в самый раз. Угу. Так, теперь ну я теперь, боюсь. Теперь сложно. Значит. Теперь сложно, да? Да, теперь вот сюда нельзя идти, потому что мы здесь придем не туда. Это я просто помню, это невозможно. Ага. Так, пересказать? Ну, давайте я покажу, значит, в чем возник прикол. Да, в чем? Значит, я поставлю сюда. И все, а ты с черными соединился, да? А, ну да, я могу просто соединиться. Можно сделать красиво. Смотри, в этот момент пробить, да? Да. И белый не может ставить камень сюда, потому что его съедят. Ага. Вот, а значит, у него нет шаха. То есть вот два дыхания, а шаха нету. И все, дальше съели. Офигеть. Это, значит, одна ветка, где мы пришли не к тому, к чему так, хотели. Так, снимаем. Ты помнишь, да, что происходило? Да. Так. Пока помню. Так, камень здесь. А мы здесь. Так. Верно? Верно. Повернем сюда. Ага. Так, мы его отправили. Мы отправили черных сюда. Отправляемся дальше. Да. Здесь снова развилка. Так ведь? Да. Мы хотим отрезать от... Мы можем сюда или сюда. Да. Мы все равно придем к этим камням, и придется с ними что-то проворачивать. Примерно одно и то же. Но нам не хочется приходить к тем, да? Ну, что ж... Давай я сразу раскрою, что... Да, значит, все равно, конечно. До нужной ветки, да, до нужного конца варианта ведет только этот ход. Понятно, то есть на самом деле это все здесь не зря стояло. Это все не зря. Почему вот этот ход станет понятно в самом конце. В самом конце, да? Да, и то как бы... Ну, я постараюсь показать, поменять их местами там. Значит, окей, пока едем, значит, мы едем. Едем, да. Да. Вот мы приезжаем сюда. Ну, наверное, надо отрезать от всех, да, да, получается? Да, верно. Потому что если от этих, то что там происходит? То они соединятся в углу со своими, и теперь нельзя давать шах опять. Ага, шах, это вот так, да, будет? Да, это нас съедят. Нас съедят, да. Проблема. Да. Отрезаем. Значит, отрезаем от тех, теперь что-то... у нас еще вот эти висят под матом в два хода, но ничего страшного, мы догоним. А, в смысле, вот эти и вот эти, да? Да, мы догоним этот паровоз. Так. Продолжаем. Продолжается так. Ходьба. Так, сюда. Так. Теперь время пробивать. Потому что если я соединюсь, то меня догнали совсем. Да. Да, время пробить в этом случае. Так. И мы помним, что надо все равно ставить шаг. Прямо вот в той точке, куда ставится. В данном случае сюда. Да, вот она полоса. Вот она. Да, это нормально, так, отдавать ваши камни в процессе. Главное, чтобы в конце все сожрать. Так, съели здесь, пробили обратно. Так, снова угроза, да? Да, соединяемся. И снова начинаем бежать. Теперь не даем в эту сторону соединиться. Да. Значит, поворачиваем в эту сторону. Наш, кажется, первый поворот у этой лесенки. Так, опять так, да, здесь? Угу. Пока с той стороны есть камень. Да. А вот тут уже только так, да? Может? Да. Отлично. Пока все вот хорошо. Так, да? Не, вот так. Ой, вот так. Да, мы все время бьем по носу. Так. Хорошо. А, вот тут интересно, да? Да, тут есть выбор. Мне как нужно зацепить вот этот, да? То есть я могу так, и тогда ты туда должен уходить, а могу так, пользуясь тем, что вот сюда ты уже не пойдешь. Угу. Не знаю. Непонятно. Ох, да. Если так, ну давай попробуем. Давай попробуем. Так. Да, вот это то, что не будет работать.
что-нибудь. Если сюда же меня совсем выгнал на простор, так что ты поверни меня сюда. Продолжай гнать к краю. Да? И опять ты... Но здесь у меня два соединения, и как бы вот этот камень висит. Да. Поэтому я... Вот здесь красиво. Если бы я сходил сюда, я бы проиграл. Да? Кажется так. Да. А если я пробью, то ты не можешь нанести шаг. Потому что так. Ага, ой. Вот такие дела. Окей. Это мы повернули не туда немного. Очень интересное, да. Слава богу, это... Сейчас, подожди. Мы ничего не забыли? Конечно, мы забыли одного персонажа. Мы забыли одного персонажа слева. Будем считать, что он здесь всегда стоял. Да, здесь эта ладья стояла всегда. Так, ну мы узнали, что надо поворачивать отсюда. Хорошо. Поехали. Дальше, да, гоним на выход. Гоним на выход, но не сюда. Сюда. А, подожди. Можно сюда. Да, как раз. Так, теперь мы... Здесь. Однозначно, да? Да. Да, здесь однозначно. Здесь, если мы сюда пойдем, то... Смотри, какая штука. Оно выйдет с двумя дыханиями, но оно на наш камень нападет. Поэтому дальше мы развалимся. Интересно. Боже, как интересно. Так, что ты делаешь дальше? Это и хочется. Да. Теперь я сюда, да, в центр? Да, нападаешь. Ну что, можно? Да. Можно сейчас соединиться, но можно и пробить. Кстати, что это? Пробить. Давай пробьем. Так. Да? Что делать? Наносить шаг там, где наносится. Вот у всей этой колбасы одна нога здесь, а другая здесь. Да, понятно. Сюда ходить нельзя, значит, ходим сюда. Сбиваем этот камень. Теперь можно пробить. Ура. Соединяемся. Так. И идем здесь сюда. Здесь надо сюда, конечно. Да, чтобы не соединил с этими ребятами. Убрали, да. Значит, эти мы убрали, эти мы убрали. Да. Теперь пошли туда. Теперь снова пробьем. Да. Не совсем. Снова пробьем, значит... Снова поставим шаг с ноги. Тут практически однозначные, да, все ответы, в общем? Ну, там есть пути, но... Ответы однозначные, но сама вот эта конструкция очень трудно находится. Господи, да. Так. Обратно, да? Да. И вот теперь, если мы повернем еще раз, да, как было в тот раз, типа такого, мы придем сюда. Убежит. Это не то. Убежит, да. Это не сработает. Убежит. Но здесь и камня вот такого типа нет, да? Да? Поэтому мы гоним его сюда. Так, зато мы можем теперь гнать вот так, вот именно. Один Отлично. За другим гнать. Да. Так. Так. В этот момент не будем ставить камень в угол, а пробьем. Так. Да. Опять бьем с ноги. А закрыл, да? Его? Да. Но можно же съесть этот камень. Да, у камня в углу две свободы всего. Съели. Пробили. Отлично. Так, соединились. Ага. А, снова... ты съел, чтобы себе соединить себя. Так, снова выбираем направление. Но на самом деле... Если мы идем сюда, мы можем прийти сюда. Но потом мы пробьем, и мы не сможем ставить камень сюда. Давай я покажу быстро. Да. Ну да, ты выходишь. Да. Оно выходит вот сюда. Да, соединяется. Так, если что. Теперь я ставлю шаг. Да. Но черный пробивает. Да. И шаг ставить нельзя. Так, то есть это неправильный ход был. Да, это мы Весь, пришли, не, мы пришли мы, не туда. Мы не туда шли. Так, что делаем? Возвращаемся. У нас есть возможность открутить назад. Да. Так. И вот, значит... Сейчас, я тебя до этого гнал сюда. Да. А теперь пора повернуть. Опа. Сейчас. Но у нас этот камень пока должен быть пробит. Повернули. Продолжили. А я продолжаю гнать, на самом деле, да? Потому что у меня же здесь... Да. То есть И не здесь повернуть, а вот потом повернуть. Это важно. Сейчас. Подожди, пока я гоню, да? Нет. Вот я твои камни съем. Уже пора их соединить. Они же тоже подвешены. Да. Так. А теперь поворачиваю. Так, тут мои камни. Ухожу, Отсюда надо уходить. От камней.
Нет, вот... Опять не то, да, сделал? Смотри, когда возникает такая штука... Нет, подожди. Давай разберем. Значит... Так. Я вот этим ходом нападаю на твои камни. И ты не можешь дальше атаковать, надо защищаться. Да? Чтобы такого не возникло, надо гнать сюда. Так. И тогда тем же ходом, когда я нападаю на твои камни, ты соединяешься и продолжаешь атаку. Так. И сейчас ты что делаешь? Продолжаю бежать. Куда я сейчас могу гнать? Вот сюда. Сюда нельзя, да? К этим нельзя, да. Черные острова страшные. Ну, у тебя теперь тоже единственные ходы, тебе надо себя защищать. Сейчас. Ты сейчас угрожаешь... вот эта группа вся угрожает. То есть только так, да? Да. Сейчас уже не угрожаешь или угрожаешь? Нет, ты угрожаешь соединению. Mm-hmm. Ты не закрываешь соединение, ты меня атакуешь. Да. А то я угрожаю матом два хода, который все еще висит. А сейчас я атакую тебя все еще, да? Отлично. Так. Все будет хорошо. Продолжаю атаковать, да, получается, сейчас опять туда или сюда? Я съем. Подожди. Всех съем. Если давай. Так, то все, пошло все туда, все, да. Да. Надо привыкать, да, это очень... Это нормально. Непонятно. Так, этот камень я как-то игнорирую или нет? Ну, он будет мешать, да, от него... Нельзя, да? Отворот-поворот, да. Так. Опять, да? Да. Так. Блин. Так, здесь опять от него уворачиваемся. Угроза, да, ага. Так. Вот ну что? Если я пойду сюда, то ты меня съешь. Всю целиком колбасу вот эту. Вообще огромную, всю. Да, всю, так. Я попробую пойти сюда, но это ненадолго. Нет, может, меня спасет, да? Давай. Я хожу сюда. Да. Ну и все, любой следующий ход, и следующий ход ты ставишь куда-нибудь сюда, съел. Но ты можешь сюда поставить. Я уже все. Ты можешь мне угрожать. Ну, да, хорошо. И я завершаю вот сюда, да? Вот так. Да, все, могучий удар. Теперь... Получается сейчас, что вот эта линия... Вот эту ты спас. Вот эту я спас, и с помощью нее я закрыл вот эту колбасу. Вот эту. Да, это все одна колбаса. Все. Вся она уходит, да? Да. Подожди, оставь чуть-чуть. Теперь, значит, давайте разберемся с вами, что было бы... Если бы, да? Если бы... Да, если бы мы здесь повернули немножко не так. Если бы мы здесь вот сюда пошли. Нет, знаете, не получится. Я предлагаю, если вы хотите дома расставить, вот, значит, смысл в том, что если поворачивать сюда вот в этот момент. Да. Да? Какая-то вот такая, значит, вариация будет? Да. Это на каком этапе было? Это на этапе вот этого поворота. Помнишь, мы с тобой выбирали, куда поехать? Вот. Тогда будет, что вот этот ход, я соединяюсь и значит, угрожаю съесть. Да. Но вот эту колбасу, вот эта колбаса съедается, у нее одно дыхание здесь висит. То есть я себя подставил. На эпсилон А? Да. Жесть. Если вот в нужный момент жизни повернуть не туда, все. Бух и все. Бух конец. И ну, полный крах, да. Да, а так все спасли и съели всю вот эту вот, вот всю ее, да? Вот да. Вся. Вся она. Ладно, соберем камни. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Вот эти все камни, да, они все будут... А, ты уже все подряд снимаешь или только из-за колбасы? Нет, ты колбасу. Не, ну ладно, давай колбасу, только колбасу, да, снимем колбасу. Сначала. Сначала жесть, съедим колбасу. Это... Да уж. Примерно такая конструкция остается. Жесть какая, да. И все. И тут уже все. А, ну это еще не конец игры, да? Это... Ну, понятно, как тебе сказать, да? Лучше иногда сдаться. Круто! Михаил! Все, ура! Спасибо огромное! Спасибо за коллабы! Ребята, играйте в Го! Маткульт, привет! И, кажется, меня еще что-то ждет. Да, у нас исчезла эта доска, значит, должна появиться какая-то другая. Да. Должно выстрелить ружье. О-о-о!
Да ты что? Это тебе. Это от организаторов чемпионата мира, да? Да. Вот это да, друзья. Первый в истории мировых чемпионатов, чемпионат на территории неазиатских стран, проходит в России, во Владивостоке. Как мы уже говорили, повторяю это. И даже, видите, я получил подарок. Ну, чтобы до июня не забыл, как играть, ибо что играть. Придется играть. Нет, я до Владивостока, к сожалению, не доберусь, но... Он далеко. Но да, но тем не менее, это очень круто. Будем играть в Го. Будем теперь учиться играть в Го. Миша, ура! Спасибо огромное организаторам. Передай величайший респект. И чтобы там все прошло на высочайшем уровне. Постараюсь. Чтоб японцы не, как это сказать, не расстроились и не разочаровались, что дали нам такое высокое, так сказать... Конечно. Как-то такое оказание, да? Честь. Доверие, да, честь и доверие оказано России провести первый невосточно-азиатский чемпионат. Маткульт, привет! Ну, блин, ни хрена себе не азиатская страна. То есть Владивосток — это Европа. Ну, конечно! А Турция и Казахстан играют в чемпионате Европы по футболу.